Всем здорова, с вами, как всегда, я Алексей, и сегодня мы с вами играем в режим аниме Story в Роблоксе. Собственно, если вы хотите побольше всяких анимешных режимов, то пишите в комментариях. Сегодня мы постараемся создать топового анимешного персонажа. Давайте начинать, погнали! Итак, собственно, что же нам здесь нужно сделать? Проходить всякие квесты, которые дает нам Луфи, но здесь он называется Муфи, ладно, неважно. Собственно, очень интересный, как я понимаю, какой-то уровень, сюжет интересный здесь. Чувак какой-то тренируется, давайте мы тоже потренируемся. Собственно, здесь, если мы будем бить вот эту штуку, то нам будут давать немножко опыта. И с каждым ударом здесь будет повышаться опыт. Я немножко поиграл, у меня уже есть 6-й левел. Я не знаю, с чем вообще он нам может помочь. Хорошо это или плохо, что у меня есть 6-й левел. Ну вот у чела здесь, например, 50-й левел. То есть, как бы, неплохо, неплохо, вполне неплохо. Итак, давайте попробуем немножко побить. Блин, вот меч у него, кстати, крутой, я тоже такой меч хочу себе. Здесь также можно прокачивать абилки. Ну, короче, стандартный, на самом деле, такой анимешный режим, я бы сказал. Вот, ничего такого прям супер удивительного и интересного нету. Я хотел бы, чтобы немножко побыстрее это все билось. А могу я здесь добавить какую-то новую, типа, вот есть здесь всякие умения, вот, например, вот такое умение есть. Есть еще умение бить. Очень интересно. А, собственно, есть умение еще делать какую-то непонятную штуку. Я не знаю, может быть, это там, мы, может, восстанавливаем ХП или еще что-то делаем, или защита. Вот, 7-й левел мы подняли. Я думаю, что мы можем куда-то отправиться. Может быть... Нажмем на него и... Ага, нам дали какой-то квест. Убить 4 змеи. Окей, без проблем. Слушайте, бьются они достаточно просто, я бы сказал. Особенно здесь есть еще отравляющие змеи. Вот они тяжело бьются. Вот, вот та вот. Я не хочу к ней даже подходить. Я немножко ее побаиваюсь. Вот, одна змея у нас убита. Нам нужно еще убить 3. Поэтому давайте это сделаем. Вот, например, сейчас меня змея отравила. Давайте ее добьем по-быстрому. Отлично, мы это сделали. О, неплохо, кстати, неплохо. Ой, у нас сразу же ХП поднялось так много. Точнее, не ХП, а уровня. А что дальше? Что он мне опять даст? Ага, еще 4 змеи убить. Ну, хорошо, мне даже интересно будет посмотреть, что после этого. То есть, какой следующий, интересно, у нас квест. Это вот желтые персы нам дают квесты. Вон тот, наверное, еще, кстати, какой-нибудь квест даст. Ну, сейчас я пройду еще раз. Потому что нужно немножко все-таки прокачиваться в данной игре. Вообще, в целом, в таких аниме-режимах надо часто прокачиваться, гриндить. Но, не знаю, от этого они, конечно, менее интересными не остаются. Потому что здесь вообще ты можешь создать своего аниме-персонажа. То есть, вот прям полностью своего. Делай вообще, что хочешь. Вот такие мне нравятся. Так, ребята, я только сейчас увидел, что нам открылся еще какой-то уровень. Ни хрена себе, какие здесь крутые чуваки есть. Ё-моё. Я бы тоже хотел быть таким, но я думаю, что мы скоро прокачаемся. Собственно, я не прошел этот квест от Луфи, точнее от Муфи, но это не важно. Давайте пойдемте посмотрим, какой квест нам даст вот этот чувак. Итак, мейн квест. Окей. 10-й левел у тебя. Что нужно? А, то есть здесь нужно прокачаться до 10-го левела и больше? Охренеть. Понимаю. Но, в принципе, нам недолго прокачаться, поэтому давайте это и сделаем. Итак, ребята, собственно, вот я очень просто прокачался до 10-го левела. И теперь мы сможем с вами подойти вот к этому Крилли. Я не знаю, кто такой Крилли. Итак, что нам нужно сделать? Ой, за что ты меня бьешь? Вильям. За что он меня убил? Что я ему такого плохого сделал? Кстати, я опять просрал квест. И, к сожалению, у меня опять... забагался курсор. Так, ребята, вот я, собственно, опять зашел в данную игру. И, собственно, давайте примем уже этот квест и выполним его. Я надеюсь, что у нас все получится. Нам нужно убить вот этих вот чуваков, да? А, нет, не их. Банана Тивс. Ой. Это что, я могу подсказываться? На бананах. Подождите, ну я этих манки никак не замочу. Они мне просто надают по роже. Или нет? Да. Хотя, так-то шансы есть, слушайте. Ну-ка, может, все-таки этих манки надо набить? Да, именно этих манки надо набить. Я не знаю, как он меня не ударил ни разу. 11-й левел, но мне как-то страшно. Ой, ой. Ой, 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 ой. Он мне может надавать по роже. Ой, 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 какой он жесткий. Не. Не, мне кажется, у нас большие проблемы. Ой-ой-ой, какой он мощный.
Слушайте, ну у меня есть шансы. Давай, давай, давай. Отлично, мы его победили. Это было 12 левел. Нет, спасибо, нет, спасибо. Что-то я не горю желанием. 12 левел опять. Это что, сайт-квест? Нет, сайт-квест мы пока что не хотим проходить. Собственно, блин, неужели подходить? Ё-моё, там 15 левел заспавнился. Ладно. Я надеюсь, у нас получится, поэтому давайте. Давайте сделаем это, черт подери. Наваляем его по шапке. Блин, слушайте. Ну все, вот как только начинается вот эта тема, надо первым просто бить в таких играх. Советую всегда бить. Вот запомните. Запомните, всегда бейте первым. Вот смотрите. Видели? Всегда бейте. Это прям сложно. Ладно. 12 левел, да? Давайте немножко подлекаемся. 13. Ну, 13, конечно, страшновато на самом деле. Я надеюсь, там очень много... А, нам 200 XP дают. Неплохо. Какие там страшные штуки делают. Ладно. Я думаю, что я готов. Давай, что ты мне сделаешь? Фух. Фух. Блин, у меня нету никаких способностей. Хотя надо бы забиндить какие-то способки уже. Ну, я так думаю. На-на-на. Отлично, 200. Слушайте, а неплохо, у нас уже 12 левел. А какой там нужен для вот этого чувака левел? 15+. Понимаю. Ладно, видимо, нужно поднабить еще левел. И у нас все с вами получится прекрасно просто. Давайте возьмем еще одну эту. Блин, у меня на самом деле ведь есть, по-моему. Если я все правильно помню. У меня же есть. Так, статс. О, отлично, 14 штук. Мы можем с вами прокачать... наше здоровье. Можем прокачать с вами нашу энергию. А давайте на все вкинем. Спид обязательно. Вот спид я прям прокачиваю. Потому что все спидозные чуваки, они очень-очень крутые. А... Что? О! Нет. Это типа... Что? Подождите, а как? А, вот. Отлично. Мы получили 100 гемов еще. У нас теперь 200 гемов. Этого, в принципе, очень мало. Поэтому хотелось бы чуть побольше. Вот, но я надеюсь, что мы с вами подкопим. Собственно, у меня же где-то был... это что? Fists Equip. Lady Equipped. Окей. Вот это-то что такое? О! Отлично, мы теперь можем использовать эту штуку? Ну-ка, а как она выглядит? Масаски Учиха? Ё-моё. Ну так это же вообще топово. Подождите, нет. Я хочу применить на каком-нибудь чуваке это. Давайте. Берем квест. 15 левел. Не так много, в принципе. Ну-ка, подождите. Я хочу. 15. Держи. И все? Ой, так меня пинают сразу же после этой способки. Ну, не знаю даже, круто это или не круто, честно говоря. Но меня после этой способки начинают жестко пинать. Она красивая, конечно. Но не настолько же. Ну-ка, подождите. Может, ее как-то нужно по-другому использовать? Ну нет, ну сносит она, конечно, нормально хп. Но не прям, чтобы вот вообще нереально, то есть. Даже половины не сносит. Ну ладно, вот эту обезьяну я прям мощно отпинал. Ну слушайте, так-то почему бы и нет, в принципе, можно поиспользовать. Итак, ребята, немножко прокачавшись, я понял, что мне еще нужно качаться. И качаться, и качаться, и качаться. Короче, очень долго качаться, поэтому... Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть, как я там, допустим, стану какого-то там 50 уровня или что-то типа того. Пишите все это в комментариях, я обязательно буду все это читать. Если хотите продолжение, все пишите в комментариях, ставьте лайки. Давайте наберем хотя бы 30 лайков, и я пойму, что вам хочется увидеть продолжение данной рубрики. Именно аниме-стори вот этого вот режимчика. И все увижу, все посмотрю и прибу к сведению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро увидимся, я не прощаюсь, всем удачи и всем пока-пока.